Я не знаю, что сказать. Короче, приветствую вас. Это новая анимация. Это будет интервью на диване в связи с тем, что у нас конкурс. Заканчивается сегодня, и я решила снимать это все в последний день. Но это не важно, потому что надо побыстрее, а то у нас закончится солнце, и будет холодно, будет плохо. Начнется наше интервью с интервью у... Надо вспомнить, кого я вообще пригласила. Первым делом попробую наладить контакт с блогером этой Лианой. Здравствуйте, привет, это Лиана. Могли бы вы нам ответить, пожалуйста, на несколько вопросов? Так вот, почему именно картошки? Потому что я люблю картошку. Почему решила переехать в Питер? И как познакомилась с блогерами? Да. Потому что я тут в универе училась. Просто познакомилась. Ну, я не знаю, как. Просто через общих знакомых. Я же тоже, типа, занимаюсь роликами. Типа, очевидно. Питер, потому что тут хороший университет. Потому что это большой город. Я, на самом деле, хочу в Москву еще переехать. Спасибо. Удачного вам продолжения майнкрафтного вечера. Пока-пока-пока. Пока. Банджур, это привет. Следующим нашим гостем будет иллюстраторша из Великобритании. Здравствуйте, София Криган. Так вот, не могли бы ответить нам на несколько вопросов? Сколько лет вы рисуете? И когда вы поняли, что искусство — ваша жизнь? Расскажите нам немножко о своих помощниках, попугаях. И какое ваше любимое съедобное блюдо? Я рисую с детства, я всегда это любила. И чувствую себя такой счастливой, что теперь могу делать это как работу. Мои маленькие помощники приносят мне столько радости каждый день. Их зовут Тия и Фрея, и они так сильно смешат меня. Фрея особенно странная. Моя любимая еда, наверное, паста с большим количеством овощей. Также я люблю картофель в любом виде. Большое вам спасибо. Пока. Блин, уже потемнело. И последним интервью будет интервью, взятое у звукорежиссера. Во. Если нам, конечно, удастся. Здравствуйте, Белозеров Анатолий Васильевич. Я занят. Так, какой ваш любимый бутерброд? Я слышала, вы любите бутерброды. Мой любимый бутерброд – это бутерброд с маслом. Спасибо, до свидания, пока. И на этой странной ноте, когда уже потемнело, мы закончим наше интервью, потому что уже потемнело и холодно, и в общем, да, спасибо. С вами была Варечка Юнифизикс, которая это все слепила, и принцесса Котлет. А, да, я же не представилась, или я представилась. Короче, с вами была принцесса Котлет, слепила это все Варечка Юнифизикс. До новых встреч, да. Спасибо. Смотрите Диполе.